Здрасте. Вот самая страшная была авария, дали в жопу, в угол. Все. Остальное тут царапок, там царапок. Машина была выкрашена прошлым летом. Двигатель вроде норм. Ты уже разбираешься тоже, да? Я уже столько переезжаю. Специально не стала мыть мотор, чтобы все видно было. Ага. А вы на автосервисе работаете, да? Он у вас, получается, обслуживался? Да? Он по гарантии обслуживался полный срок дилера, а потом у нас. Дай-ка посмотрим. Да, конечно, доехать с Москвы что-то мало транспорта вообще ходит. Ну, у нас, видите, городишко-то такой. Так, Outback, 11-й год. Тучка валят, то именно здесь. То есть получается сейчас один, это второй. Все второй, да. Ну тут с мая, я говорю, вот буквально. Понятно. Не, ну по машине, что сказать, в принципе, мне нравится машина. Машина, скажу. Она была для себя. Вот она, все полностью, все, вот, смотрите, проходила, вот как ее взяли. И она все, пока была гарантийная вся эта шляпа, она все отслужилась у дилера от и до. Угу. Ну, я сразу скажу, мы берем машину для путешествия, у нас так машина дома есть. Ну, это... Вот, я просто несколько лет в Москву катался, машины гонял, вот, решил сыну показать, как я жил. Вот, и мы прям по полной программе попали. Сейчас в Москве вообще что-то цены выше, чем у нас стали. Я что-то, мы полетели, я думал, возьмем быстренько даже в салоне что-нибудь. Ну, просто, чтобы доехать, ну, как бы путешествие организовать. А там вообще либо цены, либо состояние, ну, вообще никак. Я уже на самолет там смотрел билет, уже начал вот города смотреть эти ближайшие. Дороги, смотрю, хорошие, наверное. Ну, так, да, делают. Да, нигде ничего не стучит. В марте 2020 года жопа была вся заменена, все полностью. А так у вас как авторынок какой-то в городе есть? Как у вас есть, здесь? Есть, полно. А так вообще как, движуха есть? Звонков много было? Вы были третьим человеком, и то попросили снять сразу практически. Я ж выставила то вот, выставила и буквально... А, вы не успели оценить, да? Нет, вы были третий, еще вот вечером я повисела, ночь практически. Вот. Еще два человека звонила, а потом вот выставила его на следующий день. Не, ну тут видно даже и по рулю, и вообще по состоянию салона даже, что здесь 300 тысяч. Это в Москве с пробегом 100 тысяч такие стоят. Видно, что машина хозяйская, даже по запаху. Дем, так мы нам уже скидку сделали, в принципе, 30 тысяч нам сделали, и даже, ну, как бы состояние хорошее, даже смысла нет разговаривать. Так, что за колесами? Я не торгую машинами, это чисто вот эта машина единственная. Офигеть, с дисками. Есть. Вот это фартануло. Их еще и 5 штук. Жесть. Ну что, ребята, наконец-то свершилось. Забрали мы Subaru Outback. Всего лишь за 670к, 11-й год, 2.5 полный привод. Кожу, фарши, бесключевой доступ, два ключа. Все вообще офигенно. По технике офигенно. Вот тут кнопочка, ее вот так вот закрывается машина, нажимается, и машина открывается. Короче, здесь кожа, полный фарш. Состояние, я вам скажу, блин. За эти деньги, это просто подарок. Это просто подарок, просто повезло. Как-то фартануло, как-то я не знаю. Мотор шепчет, все, по технике вообще шепчет. Но я вам скажу, это, конечно, дело совсем другое. Искать европейскую тачку,
в европейском регионе, но это просто жесть. Просто ты сидишь вот так вот, а у тебя все уже замыкает. Все, просто с утра до вечера сидишь, ищешь. Если вот так, как мы гуляли, искали машину, так параллельно что-то звонили. Знаете, увидишь объявление, оно там час назад подано. Там уже по нему уедут кто-то смотреть, или 2-3 человека едет. Да даже только объявление появляется, только ты его видишь. Звонишь, уже с кем-то человек разговаривает, ну это жесть, я вот эту Subaru только-только увидел, ну буквально вот он в течение получаса появился. Я звоню, оказывается, я уже третий позвонил, оказывается. Но меня подождали, я попросил, все дождались, все нормально. Сейчас вот вижу, только сейчас вижу вот какие-то коцки, вот такие мелкие. Вот-вот-вот, ну это вообще мелочи жизни, по сравнению с тем, что мы видели. XV белого на тряпке. Мы вот так вот просто дверь открываем, здесь просто вот так кусок железа торчит, вот этот, оттуда. Дверь открываешь, там на задней арке все полностью во внутрянке, все вспучивается, ржавчина ползет изнутри. Здесь же, ну вообще просто конфетка. Да, машина крашеная, да, не без этого, да, есть какие-то, может, там скольчики, но это вообще такие мелочи жизни. Можете сейчас сами зайти в объявление, посмотреть, сколько за такие тачки просят денег. Плюс ко всему комплект колес из 5 штук на шипах. Тут, ну это просто, я не знаю, у меня слов нету. Стоит, значит, Android планшет в машине. Никакие ни ошибки, ничего не горят. Ну пробег 300к, ну это, блин, реальный пробег. Сейчас перестали все скручивать пробеги. У всех машин сейчас такие 200-300 тысяч пробеги. Если раньше все машины хоть 5 лет, хоть 15 было 150 тысяч пробег, то сейчас времена поменялись, все совершенно по-другому. Да, тачка топ. Сейчас мы отправляемся в Новосибирск, перегон 3300. Здесь ехать так же, как с Москвы, только здесь северный регион. То есть, соответственно, поедем поверху. Перегон, смотрите на канале, вот смотрите, какая здесь машина японская, какая японская женщина сейчас будет курицу резать, ну то есть тут вообще просто слюни текут. Подарили, значит, этот радар-детектор, здесь тоже провод на регистратор выведен, ну вообще, короче, я не знаю, просто придраться не к чему, вот видите, такой хавчик. Надеюсь, мы в дороге также будем кушать по трассе. Такие же вкусные блюда. Это вот автовокзал Череповца, это ЖД вокзал Череповца. Погода такая хмуренькая, но ничего страшного. Курс держим на Киров. Смотрите перегон на канале. Все будет выложено в подробностях, как обычно. Все, с вами был я, король перегонов Роман Гоу. И Демид. Всем пока.